Баренцево море. Ледовитый океан. Крайний север советской земли. Никогда не замерзают эти волны, и круглый год открыта здесь морская дорога во все концы мира. Шестнадцать месяцев враг пытается закрыть нашу морскую дорогу в мир. 16 месяцев героическая Красная Армия и моряки-североморцы отражают яростные удары врага. Здесь, за полярным кругом, на 69 градусе северной широты, проходит правый фланг фронта Отечественной войны. На крайней точке его, у самого моря, рядом с Красной Армией, бьются отряды морской пехоты. Линия государственной границы СССР. Краснофлотец Кисляков в первом же бою один сдержал натиск полуроты фашистов. Теперь он младший лейтенант и герой Советского Союза. Чудесная ягода, полярная черника. У нее два несомненных достоинства. 72% витамина и возможность добывать его без отрыва от производства. С начала войны граница стоит нерушимо. На том берегу бухты порт врага. Фашисты пытаются подвозить морской дорогой войска и боеприпасы, но крепко держат вход в бухту морские береговые батареи. Капитан Поначевный, а его краснознаменной батареи говорят, для врага всегда плачевна батарея Поначевного. Майор Космачев, прославленный артиллерист Севера, 17 фашистских кораблей утоплено и выведено из строя его огнем. 17 кораблей и 11 самолетов. Враг обрушил тысячи снарядов и бомб на его батареи. Вся земля у орудий изрыта. Но и воронки могут пригодиться в хозяйстве. Тельняшка всегда должна быть чистой. Под сине-белыми ее полосками отвагой и мужеством кипит в бою горячая и яростная морская душа. За полярным кругом свой транспорт. Полярные вездеходы в 6 рогатых сил. Гнездо Северных Орлов. Дважды герой Советского Союза Борис Сафонов сбил 25 самолетов врага. Герою Советского Союза капитану Сгибневу 22 года. У него 306 боевых вылетов.
Одно из удобств полярного аэродрома. Привычка к строгому техническому контролю. Седьмой боевой вылет. На подступах к базе зенитки капитана Пророкова встречают врага. Капитан Пророков за время войны сбил 16 фашистских самолетов. Право 40. Волна вражеских самолетов рассеяна батарея Пророкова. И заключительное слово предоставляется капитану Сгибневу. Крылатый снайпер. Его тактика — бить фашистов с коротких дистанций. Так он сбил 15 самолетов. Шестнадцатый. Этот город возник совсем недавно. На скалах, в тундре, на пороге Арктики советскими людьми создана одна из баз Северного флота. Точные советские торпеды. На рубке каждой лодки число потопленных ею фашистских кораблей. Фашисты мечтали войти в этот город в первую неделю войны. Им удалось прогуляться по городу. Правда, не совсем так, как мечталось.
краснознаменная подводная лодка капитана третьего ранга Столбова отправила на дно 6 фашистских кораблей. Награды экипажу лодки вручает командующий Северным военно-морским флотом вице-адмирал Головко. Командир лодки – капитан третьего ранга Столбов. Боевая работа североморцев держит морскую дорогу открытой. Сменяя друг друга, уходят в море подводные лодки Северного флота. Герой Советского Союза, капитан второго ранга Николай Лунин. Это он торпедировал фашистский линейный корабль «Тирпиц». Его лодка утопила 11 кораблей водоизмещением более 50 тысяч тонн. Пока спокойный курс, надо заняться обедом. Потому что на этот раз командир решил пробраться во внутренние воды врага. Курс ведет в самое его гнездо. Неделями бродят в море тральщики, контролируя морскую дорогу. Право курсова 15, плавающая мина. Шестерку к спуску. Фашисты забрасывают минами подходы к нашим базам. Но труженики моря терпеливо освобождают пути для наших кораблей. Клюпка отвалила. Ложись! Морскую дорогу контролируют и на воде, и с воздуха. И если по морской дороге крадутся к берегам фашистские транспорты с оружием и войсками, то батареи готовы их встретить. Thank you.
Добро пожаловать! Командующий флотом вице-адмирал Головко, начальник штаба контр-адмирал Кучеров, член военного совета дивизионный комиссар Николаев. Доклад военному совету. Транспорты противника приближаются. На батареях пока все нормально. Отвлекая наши батареи воздушной атакой, транспорт врага прорывается в бухту под прикрытием дымовой завесы. Первый, второй, залп! Залп! Враг, как всегда, пытается подавить огонь наших батарей. Залп! Можно заняться соседями. Командир соединения морской пехоты майор Старовойтов получил задание разведать подступы к высоте Безымянной со стороны суши. Легко расставаться с флотской формой даже на время, но в пехотном бою свои законы. Морская душа. Так шутливо и ласково зовут краснофлотцы полосатую тельняшку. Носить ее под любой формой, в которой денет моряка война, стало традицией. Крепко вцепились фашисты в сопку Безымянную. Это важная командная высота. На ней наблюдательный пункт, на ней батарея. Она угрожает нашему флангу. Сопку Безымянную необходимо взять. Командование поручило десантную операцию отряду майора Прусенко. Корабли выходят в море для обеспечения десантной операции. Автоматчики. Первый бросок десанта.
Отряд кораблей ведет капитан первого ранга Колчин. Район опасный. Морские охотники катера охраняют корабли. Глубинные бомбы. Подлодки врага будут отогнаны или уничтожены. Правая! Левая! Вдруг десант подходит к высоте безымянной. Приготовиться к высадке, каски надеть. Приказ. Но родная бескозырка остается у сердца. Семафор. Катерам поставить завесу. Корабли прикрытия обстреливают место высадки. Рядами врага первый бросок десанта занимает берег.
Морская пехота закрепилась на берегу, накапливая силы для атаки высоты Безымянной. Заграждение. Важная командная высота. Здесь был наблюдательный пункт врага. Возле нее были батареи. Высота угрожала нашему флангу. Закончив поддержку десанта, наши корабли вышли далеко в океан для встречи транспортов. На горизонте корабли каравана. Советские боевые корабли приняли на себя охрану транспортов.
Корабли союзников уходят в океан. Древняя дорога культуры. Моря разъединяют материки, но соединяют народы. Фашизм яростными ударами пытается прервать эту гибельную для него связь. 9 самолетов в воздухе! Боевая тревога! Над каждым транспортом аэростат заграждения. Стальной трос мешает самолетам пикировать на корабль. Корабли уклоняются от бомб. Напряженная работа идет в недрах кораблей.
здесь свое информбюро. Справа на траверзе торпедоносцы! Как всегда, они подкрались сбоку, низко над водой. В самый напряженный момент боя с пикировщиками. След торпеды. Вовремя отвернув, корабль уклоняется от торпеды. Дымовая завеса скрыла корабли каравана от торпедоносцев. Ну, теперь, кажется, все. Моряков каравана спросили, как довели их советские боевые корабли. В порту караван принимает начальник главсехморпути Иван Дмитриевич Папанин.
герой Советского Союза Лунин обычно не ждет врага, а сам ищет его. Лодка пробралась к вражеским берегам во внутренние воды врага. В длительном боевом походе нормально идет жизнь подводного корабля. На очередном партийном бюро слушает биографию вступающего в партию краснофлотца Шевкунова. Торпедные атаки. Аппараты тут. Часов 9 минут. Два попадания в транспорт водоизмещением 5000 тонн. Ну и фриц попался упрямый. Не тонет. Слезию! Артрасчет по местам подавать фугасные! Всякое дело должно быть доведено до конца. Катера противника обнаружили лодку. Бомбы. От близких разрывов разошлись швы корпуса.
Аварийное освещение. Североморской традиции лодка сообщает выстрелами число потопленных ею на походе кораблей. И по традиции подводников ждет парадный обед. Сколько выстрелов, столько поросят. Свиному поголовью базы угрожает серьезная опасность. Прежде всего, вести из дому. Поросенку приступает сам командир. И первый кусочек идет лучшему торпедисту. Победа североморцев! Нашему военно-морскому флоту слава! Вторая зима Отечественной войны. Вторую зиму нерушимо стоит государственная граница на крайнем севере нашей Родины. Никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша советская страна и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. И не только выдержать, но и преодолеть его. Вторую зиму враг пытается закрыть нашу морскую дорогу в мир. Вторую зиму Северный флот держит с моря правый фланг фронта Отечественной войны.
морская дорога в мир по-прежнему надежно открыта.